Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Страна призраков. Бет возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла страшная трагедия. В старом особняке ее ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бет не в силах. Попробуй подкати. Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускают в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации. Сердцеед. Красавица ловелас капитан Невиль, отправляясь в Австрию с армией Наполеона, клянется своей возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и сердце трепетной Полин разбито. Ее сестра Элизабет решает писать от имени Невиля, но сочиняя невероятные подвиги и в конце концов похоронив с почестями легендарного героя, она и не предполагает, что однажды вполне живой и далеко не идеальный Невиль вновь появится у них на пороге. Тайна семи сестер. В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях, каждая в свой день, но однажды понедельник пропадает. Страшные сказки 2015 года. Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый король одинокого утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный король долины туманов
отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. «Красавица и чудовище» 2014 года. Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства, фантастических приключений и загадочной меланхолии. Оказывается, что наводнившее ужас на всю округу чудовище очень несчастно, а в его груди бьется доброе сердце. Белль все больше проникается симпатией к своему ужасному господину. Благодаря пылкому сердцу и храбрости она преодолевает все опасности, чтобы снять зловещие чары с чудовища. Но это произойдет только если его сможет полюбить прекрасная девушка. «Безумная свадьба» 2014 года. Главные герои фильма – месье Верней и его жена, добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей – выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье. Вот только мужья, по мнению родителей, подкачали. Один китаец, другой араб, третий еврей. Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть. Она тоже выходит замуж, и ее жених – чернокожий. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!